Добрый день, милые дамы и уважаемые господа. С вами Светлана Амельян, соавтор проекта «Изба вязальня», где мы обучаем стремительному освоению вязальной машины с нуля. Я приглашаю вас на наш новый вязальный марафон, который называется «Галапагосы». Из названия понятно, что это будет изделие на морскую тему. Более конкретно мы не говорим, потому что это, как обычно, головоломка. Это игры для взрослых девочек, потому что мы хотим интригу, мы хотим, чтобы изделие было неожиданное. И именно такие эмоции испытывают участники наших вязальных марафонов, которых мы уже провели около 10. Вы можете посмотреть отчетные изделия марафонов в наших группах ВКонтакте. Но в любом случае, цель, которую мы ставим на марафон, это не научить вязать с нуля за 3-4 приема, а дать положительную эмоцию. Потому что марафоны и посиделки мы придумали для того, чтобы поддержать нашу вязальную мастер-группу, которая изучает основы машинного вязания. И это достаточно веселей. Мы проводим вот эти мероприятия и приглашаем на них всех тех, кто любит машинное вязание и кто готов поиграть, несмотря на свой возраст. Для того, чтобы участвовать в марафоне, пишите заявку на наш адрес postsobaka.izbavizalnya.ru. Ваша почта должна быть только с Google, потому что в этом случае мы высылаем персональную ссылку, и видео скачивать нельзя, можно смотреть по окончании доступа к уроку, ссылка закрывается, вы ее уже не сможете восстановить, посмотреть. Это вот такие условия марафона. Но для тех, кто не любит присылать отчет, для тех, кто считает, что я девочка серьезная, мне в игры играть неинтересно, но хотелось бы увидеть, что получится, для вас предусмотрен вариант платного участия, когда вы можете смотреть записи и, не присылая отчет, и получать следующую запись. Это один из вариантов. И второй вариант платный, без отчетов, и плюс вы получаете запись вязального марафона. Напомню, что во время марафона присоединиться бесплатно уже будет нельзя, будут доступны только платные варианты. И кроме того, по окончании марафона запись будет стоить уже значительно дороже, чем она стоит сейчас. Поэтому присоединяйтесь и вяжите с нами бесплатно. Нам гораздо интереснее увидеть, что у вас получится, какое изделие вы свяжете, какие эмоции вызовет это изделие у вашей семьи, чем символические деньги за платное участие в марафоне. Спонсор нашего марафона, предельно ниточный комбинат имени Киверова, предоставил победителю марафона сертификат на 1000 рублей. Сразу скажу, что стоимость отправки, если вы в другом городе, не в Петербурге, в этот сертификат не входит. Если вы в Питере, я передам вам сертификат в руки. Если вы в другом городе, то за доставку вы просто заплатите отдельно. И сможете выбрать на сайте предельно ниточного комбината любую пряжу. Я съезжу, выкуплю и отправлю победителю. Кроме того, напомню, что победитель – это не тот, у кого больше родственников и друзей, которые придут голосовать за его изделие. Мы проводим закрытые голосования среди участников марафона, среди тех, кто дошел до конца, до финала и прислал свою отчетную работу. Мы считаем, что это те люди, которые, уже связав это изделие, понимают уровень его сложности и могут оценить четкость, аккуратность, красоту изделия других участников. Именно они будут выбирать победителя этого марафона. Правила марафона вы можете увидеть под этим видео, точно так же, как и ссылку на форму оплаты. Ну, а я приглашаю вас присоединиться к нашему мероприятию и вместе с нами принять участие в этой увлекательной игре с непредсказуемым результатом. Марафон начинается 12 апреля, и после этого присоединиться к нему бесплатно будет уже нельзя. С вами была Светлана Амельян, соавтор проекта «Изба вязальня», где мы обучаем стремительному освоению вязальной машины с нуля.